Hinspiel überraschend gegen den derzeit besten Spieler in der Bundesliga gewonnen hat. Wir sind im ersten Satz. Spielstand 16 zu 19. Свежестью белоруса, которая была ну, там год-два назад. А то Франции. Если бы выступал по-прежнему в Боруссии, как и Петр Корбел Мазе, то вряд ли бы сейчас было. И производители называют свой инвентарь, в частности, основания, которыми играют теннисисты. Нетрудно, наверное, догадаться, что взял таки розыгрыш, 9-7 повел. Вот я замечаю, что не такие мощные топ-спины справа у Микаэля Мазе. Такое впечатление, что в местный дворец спорта приходит на игры Лиги Европейских Чемпионов. Прежде всего, по 6 тысяч зрителей. Ого! Данную встречу, кстати говоря, судья международной категории Светлана Федорова-Гринберг. Играть на приеме. Он практически не ошибается, потому что очень стабильный игрок. Очень стабильный. И опять повторяет эту комбинацию. В команде играл ЗУС, который уже довольно-таки давно играет в сборной, но на самом деле очень молодой спортсмен. Неожиданно попал в основной состав и играл как один из лидеров. А вчера Дмитрий великолепный. И по умению проводить эти мероприятия мы одни из самых лучших. Уверен, что этот будет один из лучших чемпионатов. Но вот этот начинает слева, чуть-чуть с боковым и великолепно с левым вращением отвечал. Не пассивно. Thank you.
$5,000. Oh, what a great run to the lead here. No. Against the very dogged defense. There we go. That's brilliant. That's absolutely superb stuff.